А вот так палатка выглядит изнутри. Так как очень жарко, я подняла навес, который наружным был, чтобы сетки были открыты, потому что ночью очень жарко. Так вот у меня фонарик тут висит. Вот. Можно его еще за что-нибудь прицепить. Будет вот так вот. Вообще будет супер все освещено. Вот. Тут рюкзак, там вещи с продуктами. Тут вот еще. Спальник не раскладывал еще. Вот мой коврик новый. Подушка. Ну, пока прям хорошо. Мне пока все нравится. Так классно. Ну, надо все раскладывать, порядок наводить. На завтра есть целый день у меня. А сейчас пока такое перевозбуждение и усталость. Ну, трехчасовой сон сказывается. Так что я, наверное, пожалею палаточку-то эту. Завтра поставлю старую. Очень много пыли в этом году. Всем спокойной ночи.